Всем привет! С вами я, Вова, и мой друг Костя. Всем привет! Ну, ты знаешь, кому сегодня надо, ты знаешь. Сегодня мы покажем вам, как мы будем строить дом и что произойдет. Также кое-что будет за кадром. Ну, мельком покажем. Ну что ж, поехали! Так, вот. Пока вот сделали печки, верстак обустроили. Ну вот, терки, стол, вот, холодильник. Надо будет еще такое вот делать. Починили канал, там случайно поломали. Так, ну что, папа, а можно уже? Так, вот через пару минут тут подсоединился, и вот, что мы успели. Мы успели проделать окна, выход, и также, ну и вот для и приручения. Также мы приручили, сейчас вам покажу, еще одного игуану, и для но это не все, лиственника. Мясо сырого, жарь просто его. Так. Дальше, кого мы приручили? Костя, а как ты находил... Карнотавра, это грозно. Всякие яйца бронтозавров. Так, и двух юнираторов. Подбирал. Красота. Вот там. Просто случайно, и еще... случайно просто, да, обнаружил. Кстати, вот тут мы уже обустроились. Вот тут они, короче. Ну ладно. Сейчас я вам кое-что покажу. Кого мы еще приручили? Берите ресурсы, металл, стекло. Металл и стекло. А шипучку вы помните? Мы уходим за Димитродоном. Так. Вот. Мы скорпион, пусть и дымом приучал. И бобра. Вот. Как говорится, и снова здрасте. Пока сейчас упадет этот кристалл, расскажу. Оказывается, Димитродон не получилось у нас приручить, потому что его надо дротик. А у нас больше другое. Вот, что тут у нас? Так, все хранили. Думал, что ну да. Короче, подключимся с вами как-то позже. Или же в следующей серии мы включим Димитродон. Потому что, чтобы его приручить, нам нужен как раз он. Ну, Оль, извините за ошибку. Чтобы приручить...